Всем привет, дорогие друзья! И сегодня в этом видео мы разберем, как побить бодибилдера. Большинство обывателей, видя перед собой бодибилдера, стараются как-то принизить его достоинство. Ведь мужчина с накачанными мышцами всегда смотрится лучше, нежели 60-килограммовый тюфяк. Отсюда и пошли мифы о том, что все культуристы – больные люди. Они умрут в 40 лет, а в драке бодибилдера может вырубить любой борец. Это все мифы, созданные людьми, которые чувствуют себя ничтожеством рядом с объективно более сильным мужчиной. Однако, давайте все-таки попробуем рассмотреть эту тему всерьез и непредвзято. Имеют ли какие-то преимущества бодибилдера над обычными людьми, когда дело доходит до драки? Главное преимущество культуриста – это вес. Думаю, вы не станете спорить с тем, что боксер весом в 110 кг побьет боксера, который весит 70 кг. Это объективная реальность, и от нее не убежишь. Если вы весите 70 кг и хотите почувствовать то, что чувствует 120-килограммовый культурист, когда вы его бьете, то попросите ударить себя 7-летнего мальчика. Разница настолько ощутима, что ваша попытка заблокировать удар 120-килограммового спортсмена приведет либо к сильному ушибу, либо к перелому. Вес в драке имеет огромное значение. Не надо им пренебрегать. У культуриста есть минус, который заключается в том, что продолжительность драки должна быть сведена к 2 минутам. Дело в том, что бодибилдер заточен под определенное время нагрузки. Обычно эта нагрузка длится до 40 секунд. Из-за такой специализации нагрузка, которая длится более минуты, может сама по себе вырубить культуриста. То есть, если вы весите 70 кг, а против вас стоит 120-килограммовый бодибилдер, то ваша задача состоит в том, чтобы измотать его. Бегайте, прыгайте, уворачивайтесь, но не пропускайте удары. Если вы сможете вымотать соперника за 1,5-2 минуты, то у вас есть шанс не только не попасть в больницу, но и победить. Культурист имеет абсолютное преимущество, если мы говорим об уличной драке. Никакой каратист с 2-3-летним стажем его победить не сможет, ведь разница в весе слишком велика. Однако, культуристы за свою мышечную массу расплачиваются выносливостью, поэтому, если вы сможете его измотать, то у вас есть шанс на победу. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. Всем мир, до новых встреч, пока!